А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Boosty. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Boosty можно, как всегда, по ссылке в описании. Футбол – это жизнь. Это любовь, страсть, надежда и вера. Это тяжкие минуты горя и счастливые минуты радости. Это то, что соединит всех нас навсегда. Пламя в наших сердцах. Футбол – это все. Доброго времени суток, уважаемые посетители канала Рейхи History Channel. Чемпионат Европы по футболу, или как его коротко называют Евро плюс год, когда он проводится, является очень важным и престижным турниром в данном виде спорта, в котором участвуют сборные команды, представляющие свои страны, которые, в свою очередь, входят в УЕФА, так называемый Союз Европейских Футбольных Ассоциаций. Именно членство в этой ассоциации, которая территориально не находится на европейском континенте, но входит в ассоциацию. Турнир, как принято в большинстве видов спорта, проходит раз в 4 года, отчего победителем становится и престижно, и сложно. И никакие санкции и отстранения от футбола нам не помешают в данной серии роликов вместе с вами вспомнить, как складывалось выступление нашей сборной. Сначала сборной Советского Союза, а потом уже и сборной России на самом главном европейском футбольном соревновании. И на очереди у нас Евро 2008 года.
We'll be right back.
Thank you.